Доброе утро. Наш вопрос сегодня очень прост. Действительно ли страны с жестким и сильным одержимым гораздо эффективнее борются с коронавирусом, чем так называемые западные демократии? Чтобы проголосовать, как обычно, зайдите по ссылке под этим видео и проголосуйте. Варианты ответов очень просты. Да или нет. Голосуйте. И мы вместе узнаем наше мнение.